Биороботы не перевоплощаются, они одноразовые существа. Их чакральная система состоит из трех низших чакр. Китайцы, японцы, вообще азиатские народы, биороботы. Среди азиатских народов очень много биороботов, далеко не все. Обычно можно по глазам человека посмотреть, их глаза осознанные, он не биоробот. Биоробот — это система, которая может находиться в механической оболочке, в металлической оболочке, в биологической оболочке, еще какой-то, но она работает по четкому алгоритму. То есть у него может быть алгоритм связан, например, с действиями каких-то сенсоров. То есть у робота это одни сенсоры, у биоробота другие сенсоры. Исходя из этих сенсоров, они выполняют какие-то стандартные задачи. И обычно они никогда не выходят из алгоритма, который уже у них заранее поставлен. Редкий случай, когда они из него выходят, это тогда, когда идет сбой системы. Среди представителей азиатов очень большой процент именно биороботов. И надо еще понимать, что их искусственно делают, да, и надо понять, какое количество их было сделано искусственно. Вот есть информация, что их делали в Австралии, что зародыши рожали коровы, потом их быстренько выращивали. Если вы посмотрите на человека, то у него осмысленные глаза. То есть, если посмотреть на биоробота, то у него глаза похожи на зверя. То есть они несколько хищные. Я вот видел китайцев, которые живут вокруг, скажем так, меня, и они сильно разные. Есть китайцы, которые интересуются искусством, которые интересуются красотой, которые там научились каким-то вещам, например, там, не знаю, цигуни, там, управление энергией. То есть биороботы в эту сторону не идут. То есть они могут создавать иллюзии искусства, копировать у кого-то. Создать они что-то не могут, и в обучении они идут только до уровня какого-то упрощенного алгоритма. И в поведении точно так же. То есть, если вы будете к ним присматриваться, вы увидите некую пустоту в их глазах, либо такой вот, ну, не оскал звериный, а вот такое звериное выражение. Вот увидите вот хищное животное. Может быть, даже глаза у него злые. Либо они будут злые, либо вот ощущение, что вы не с человеком разговариваете. То есть умение говорить еще не говорит, что существо является человеком, что оно является именно вот существом с высокой душевной организацией. Бывают люди очень простые, у них могут быть глупые глаза. Вот они могут быть глупые, но они не будут пустые. Вот именно вот у биороботов у них хищные глаза, и они вот именно пустые. Бывает, когда человек скатывается до животного, из-за наркотиков, из-за воспитания, из-за среды, из-за алкоголя, из-за чего-то еще. И он очень сильно напоминает биороботов. То есть, по факту, он входит в режим, жизненный режим, который соответствует биороботам. Вот. Бывают как бы типа такие исключения, но обычно, если настроиться на человека, то можно почувствовать некий свет, который от него изнутри идет. У биоробота света не идет, в какой форме он не существует. Можно сделать искусственное создание, например, механизм руководства поведением некого робота будет зависеть от некой платы. Да? И, например, эту плату сделать на кристаллах. Да? То есть кристаллы – живые существа. Там даже можно почувствовать, что у него что-то есть, да, чего-то. А вот есть биороботы, в которых так называемые мертвые кристаллы, в которых нет жизни. То есть они работают как механизм химический, электрический, но у них нет никакой формы жизни. То есть форма жизни условная. По поводу нижних чакр, то вопрос в том, что их сознание никогда не поднимается выше третьей чакры. Да? То есть третья чакра, то есть нижняя чакра – это выживание, вторая чакра – это размножение, ну, грубо. А третья чакра – это выражение борьба за выживание. Вот, и они обычно за, ну, у них бывает еще борьба за власть, но это тоже работа третьей чакры, манипура, то есть низшая воля – это как активная воля бандита или хулигана, который борется за власть, за выживание. То есть бывают хулиганы мелкие, бывают хулиганы крупные, то есть бандиты. То есть, поэтому у них просто, исходя из изначального алгоритма, верхние чакры не могут запускаться. То есть если у него запустился какие-то более высокие чакры, например, китра, да, то есть период благородства, то идет какое-то преображение уже структуры самой. Может быть, там душа какая-то уже вселилась. Такие случаи бывают, но очень редкие.
Ну, вы правильно заметили, что именно эти три нижние чакры, потому что человек начинается, грубо говоря, с анахаты. Можно сказать, что и сакхитры, но это маленькая такая чакарка. Вот, по большому счету, человек начинается с анахаты. Да, анахаты это еще животное. То есть в понятии животного как бы плохого ничего нет. Но если человек воспринимает себя человеком, он должен проживать по большей степени жизнь человека, а не жизнь животного. Жизнь животного позволяет ему управлять животной природой, которая позволяет существовать его физическому телу. На высоких этапах развития, когда мы уходим от животного, у нас спускаются процессы, которые позволяют нам, в общем-то, жить уже не как животное, и даже на физическом плане. Тогда, когда нам нужно, например, чуть-чуть съесть, чуть-чуть выпить воды, а то и вообще питаться энергией. Тогда, когда животное у нас становится минимальным. То есть такие случаи, они известны. Еще во времена Гитлера была такая Тереза фон Наймен, по-моему, Англия была, валенок. Она питалась раз в неделю. Вот тоже запускается процесс, скажем так, именно человеческой природы, а не животной, да, когда животное еще присутствует, оно обеспечивает потребности тела, но уже заключаются более высокие технологии, человек во многом подпитывается от космической, именно от энергии напрямую.